Юрий Гагарин, в одно слово с маленькой буквы, представляет. Гражданин-поэт. Сегодня родину кто хранит надежней других? Поищем-ка. Боюсь, на страже ее границ остался один Онищенко. Не раз, не десять родной народ смекалка его спасала от вин грузин, от хищнейших шпрот и от майданного сала. Теперь он увидел, что где-то там, в надежде сюда пробиться, в зубах сжимая кишечный штамм, ползет огурец-убийца. В ответ Геннадий взревел ревком, повсюду клыки врагов ища, и все границы одним рывком закрыл для чуждого овоща. Теперь при виде его клещей мещанишка бочку катит, что, мол, без импорта овощей у нас в России не хватит. Приметы паники нам страны, не страшно нам, ничего вообще не хватит, да больше, чем полстраны у нас поголовно. Овощи лежат на травке, стоят, висят, шумят, по ТВ вещая, где был когда-то вишневый сад, теперь гряда овощная. Растут развесистые мощны, бактерии им помехали, засохли злаки, грибы сошли, а фрукты давно уехали, а овощ всюду за 10 лет устроил себе становище. Важнее нету, мясистей нет, и тверже русского овоща. Его и климат не доконал, навоза вокруг крещендо. И первый канал, и второй канал его орошают щедро, раздут нитратом, отмыт до блеску, умеет сказать красиво. Его пихаешь в овощерезку, а он говорит спасибо. Ограбить, трахнуть, варить, солить, каких хотите делов еще? Мы мир готовимся завалить избытком русского овоща! Гражданин-поэт. 24 июня. Живой концерт в Театре эстрады.